хвас, которые пришли на это место, чтобы разделить с нами радость от этого концерта. On suur rõõm teiega koos siin olla ja seda rõõmu kogeda sellest kontsertist. Vas приветствует Киевский камерный хор Украина. Teid tervitab Kiievi kammerkoor Ukrainast. Мы в этом году решили и было приглашение с вашей стороны, чтобы отправиться в Прибалтийский регион. Sellel aastal me otsustasime tulla Balti regiooni oma kontsertiga. Нам очень понравилось. Meile väga meeldis. В этот тур и концерт он приурочен особенной дате для нашего коллектива. Нам 20 лет. Meie kollektiivil on 20 toredat aastat selja taga. И смотря на пройденный путь, хочется сказать название нашего концерта «Господи, силою Твоею». Могу повторить. И смотря в прошлое, хочется сказать каждому из хористов, что Бог вел нас до сегодняшнего дня. А со слухом? Может быть, просто плохо слышно было. И не только за вас. Название нашего концерта «Господи, силою Твоею». Эти слова – это отзыв нашего сердца. Только что вы слышали произведение «Отче наш». Teos, mida te kuulsite, oli meie isa palve. Это аранжировка украинского современного композитора. See on Ukraina kaasaegse helilooja seade. Сейчас, после этого, прозвучит произведение, которое вторит нашему названию концерта. Ja see teos, mis praegu kõlab, suunab meid selle kontserti nimetuse poole. Да. Господи, силою Твоею, Дмитрий Бортнянский. Jumal, sinu jõus ja väes, Бортнянский on siis autor. После него вы сразу услышите произведение. Pärast seda kuulete kohe teost. Святый Боже. Jumala au. Автор Яков Яценевич. Яценевич on see autor. Яков, да. Яков. Это произведение является примером духовной музыки украинской Украины. See on Ukraina sellise muusikateose näide. Поэтому желаю вам насладиться им. Nii et loodan, et te naudite seda teost. Господи, силою Твоею, Дмитрий Бортнянский. Дмитрий Бортнянский, Jumal sinu väes. Святый Боже, Яков Яценевич. Ja Jumala aus, Яков Яценевич. Сердце мое,
Следующее произведение, оно особенно прекрасное. Järgmine teos on väga imeline. Оно будет на латинском языке, поэтому разрешите рассказать, о чем оно. See on ladina keeles ja seepärast paluksin luba sellest natuke kõneleda. Композитор пытался передать милосердие Божие. Helilooja on püüdnud edasi anda Jumala armulisust, которое соединено с любовью. Mis on armastusega seotud. Он подчеркивает, что Христос является единственным путем для получения этого. Ta rõhutab, et Jeesus on ainus tee selle saamiseks, selle armu. Поэтому автор пытается пригласить и сделать так, чтобы каждый из нас стал частью и получил часть этого милосердия. Ja sellepärast soovib helilooja kanda meid nii, et igaüks saaks sellest armust osa. Ola Jailo. Ola Jailo on Ubi siis. Caritas. Ubi Caritas on see teos. Следующие два произведения, Järgmised kaks teost, хоть и разные по жанру, стилю и манерам, on стили, манери поолест erinevad, но их объединяет главная тема христианства. Aga kristluse peateema tuleb nendes mõlemas ilmsiks.
Это тема спасения во Христе. Это Христусе спасение. Спасение, которое подаровано каждому просто так. Igalühele on see pääsemine niisama pakutud. Я верю и надеюсь, что каждый, кто тут присутствует, он ощутил в своей жизни этот дар спасения. Ja ma usun, et igaüks, kes siin täna on, on seda andi saanud kogeda. Если этого не случилось, то я хочу особенно пожелать вам, чтобы это в вашей жизни произошло. Kui seda pole juhtunud, siis ma väga soovin seda teie ellu. Для этого многого делать не нужно. Selleks ei ole palju vaja teha. Достаточно искренне исследовать Библию. Siiralt uurida Piiblit. Искренне молиться. Siiralt palvetada. И ожидать, что Бог откроет каждому из нас. Ja oodata, et Jumal avab selle ime meis. Мы верим, что Христос спас нам в прошлом. Me usume, et Kristus päästis meid minevikus. И верим и надеемся, что Он спасет нас в будущем. Ja usume, et ta päästab meid tulevikus. Об этом первое произведение, которое сейчас будет. Sellest on esimene laul, mis kohe esitamisele tuleb. Второе произведение. Teine teos. Оно воплощает в себе тему. Ta sisaldab teemat. Как это спасение должно проявляться в моей практической жизни? Kuidas väljendub igapäevases praktilises elus see päästmine? Многие люди уверенно, знаете, так говорят, я спасен. Paljud ütlevad, ma olen päästetud. Но произведение говорит о том, что нужно не просто говорить. Aga teos räägib sellest, et see ei ole ainult jututeema. А то, что я ощутил на себе этот дар, vaid midagi, et ma olen enda peal kogenud seda andi. Должно проявляться в моих ежедневных мелочах. See väljendub minu igapäeva elu väikestes detailides. Например, таких, как улыбка. Näiteks naeratus. Пение от души. Südamest laulmine. А также довольство всем тем, что я имею, и не обязательно чем-то хорошим. Ja kõige sellega, mis mul on, isegi kui see ei ole kõik hea, sellega rahul olemine. Преисполненное сердце благодарности. Jumala vastu tänuga täidetud süda. Это те мелочи, на которые стоит обращать внимание. Need on sellised väikesed detailid, millele tähelepanu peaks pöörama. Два произведения прозвучат. Они «Спасение соделал ты, Павел Чесноков». Павел Чесноков on esimese «Sina oled teinud päästmise». On и esimene. На украинском языке «Я спеваю тему сердцем», а на русском это звучит «Я буду петь сердцем». Ja teine siis ukrainakeelne laul, ma laulan teile südamega. Автор Джон Раттер. Джон Раттер on autor.
Как вы могли заметить, состав нашего хора предпочтительно молодого возраста. Nagu te olete märganud, oldavalt meie koor on noorepoolsed inimesed. И следующие два произведения являются спиритуалсами. Ja järgmised kaks teost on spirituaalid. Я связываю эти два предложения в одну мысль. Ma püüan need kaks ühte mõttesse siduda. Потому что я убежден, что Бога можно славить не только благоговейно-хрустальными произведениями. Ma usun, et Jumalat ei saa kiita ainult selliste, kuidas seda nii? Nežnimi, blagoglavinimi. Jah, selliste õrnade teoste läbi, selliste kristallisetega. Noi radasnimi, veselimi ja tõržestvenimi. Aga selliste rõõmu ja auliste lauludega. Aga kamu, kak nii maladim ljudjam, задавать тон в этом. Aga kes muu, kui noored inimesed peaksid sellele värvi andma? Вашему вниманию предлагается два произведения. Nii et teie tähelepanu juhitakse kahele teusele. Первый на украинском языке «Чекаю я», на русском это «Жду я». Esimene on «Ma ootan». Соло Алина Порхун. Соло. Соло. Солистка. Aha. Соло. Це он соло. Соло Ліна Порхун. І второе произведение «Слава твоя». Ja teine on «Sinu au». Прошу внимание. Ja, palun kuula.
Чекаю я, Господа, спасителя,
Только что вы слышали музыкальное произведение. Just te kuulsite muusikalist ettekannet. И оно мне очень понравилось. Ja see väga meeldis mulle. И я хотел бы представить каждую из участников. Ma soovin igat osalejat tutvustada. Это Alt, Anna Karžos. Скрипка Александра Шепелюк. И также вторая скрипка Юлия Бажинская. Как вы понимаете, мы не могли приехать к вам, не привезя с собой украинской песни. Me ei saanud siia mitte tulla võtmata kaasa ukrainakeelset laulu. Но мы привезли с собой необычную украинскую песню. Aga me võtsime väga ebatavalise ukraina laulu. Потому что это украинская колыбельная. Sest see on ukraina rahvalaul. Hällilaul. Колыбельная, да. И чтобы вы лучше понимали и прочувствовали ее, et seda paremini tunnetada, seda laulu, я хочу, чтобы вы представляли, что это поет мама своему маленькому ребенку. Siis ma soovin, et te kujutaksite ette, et seda laulab ema oma väikesele lapsele. Переживая. Elades kaasa. Плача. Natukene nuttes. Но очень сильно надеясь на лучшее будущее своего ребенка. Aga väga lootes oma lapse parema tuleviku peale. Ой, ходит сон коловикон. На русском. Ходит сон коло вокруг окон. Ага. Унынеку käib, уни käib ümber окна. Борис Лятошинский. Соло Марина Лавриненко. Солога лаул. Есть такие произведения, он зависит теозет, что достаточно нескольких звуков, чтобы сказать, какому жанру или даже национальности принадлежит это
Et aru saada, millise žanri või rahvuse juurde nad kuuluvad. Ярким примером является еврейская народная музыка. Ja heebrea rahvamuusika on üheks selliseks näiteks. И мы хотим, чтобы на протяжении следующих двух произведений Ja me soovime, et järgmise kahe teusega вы могли окунуться в прекрасный мир еврейской песни. Et te võiksite siseneda sellisesse imelisse heebrea muusika maailma. Будет два одни из самых известных музыкальных еврейских народных песен. On kaks heebrea sellist rahvamuusika teost, mis on ühed kuulsamad. Первое это Хинематов. Esimene on Хинематов. Второе это Шалом алейхем. Ja teine Шалом алейхем. Thank you.
Не знаю, как вы, а я очень люблю старые христианские псалмы. Псалмит, кирико музыка. Их отличительной чертой была глубина слов. Следующие два произведения будут прекрасными аранжировками старых христианских псалмов. Järgmised kaks teost on siis seatud vanemate kiriku laulude järgi. А именно: «О, приди, Бог благодати, и течет ли жизнь мирно?» О, армо Jumal, tule ja течет ли жизнь мирно? Ага. Протекает, ага. Проходит. Kas voolab elu läbi rahu või? Последнее мне особенно нравится. Потому что автор передает особенную весть надежды. Автор писал его в те времена, когда ему было очень несладко. Автор kirjutas selle siis, kui tal oli väga raske periood. Более того, я бы хочу сказать, он потерял все. Ta kaotas kõik. Потерял бизнес. Kaotas äri. Свой дом. Kaotas kodu и четырех своих дочерей. Ja neli tütart. В один день. Ühel päeval. И слова этого псалма пришли ему на сердце именно тогда, когда он проплывал на месте их гибели. Ja kui ta oli liikumas oma tütarde hukkumiskohale, siis tulid need sõnad talle. Это все я рассказываю для того, ma räägin seda selleks, чтобы вы особенно прочувствовали это произведение. Et me tunnetaksime seda teost sügavuti. O, приди, Бог благодати. O, armu Jumal, tule. И течет ли жизнь мирно? Või kas voolab elu läbi rahu? Solo skripka Julia Bažinskaja. Julia Bažinskaja on solos laulmas. Oh.
Слава Богу, что мы имеем возможность быть с вами. Тану Jumalale, et saame teiega koos olla. Последнее произведение является прекрасным способом торжественно и стройно воздать славу Богу. Viimane teos on selleks, et auliselt pühalikult Jumalale au anda. В своих сердцах и своими улыбками вы можете присоединиться к нам в этом. Oma südame ja naeratustega võite sellega ühineda. Во время следующего произведения. Järgmise teose ajal. Gloria. Jumala au, Gloria. John Rutter. John Rutter. Thank you.
Сейчас я бы хотел, знаете, сделать такой блок благодарностей. Praegu ma sooviksin sellise tänu osa teha. И прежде всего я хочу поблагодарить Бога. Kõigepealt ma sooviksin tänada Jumalat. Потому что только благодаря Его милости мы можем быть рядом с вами. Sest tänu tema armule me saame siin teie kõrval olla. А вы рядом с нами. Ja teie meie kõrval. Поэтому давайте все вместе, может быть, так громко и четко скажем фразу «Слава Богу». Et palume kõigil korraga öelda «Ау Jumalale». Слава Богу! Jumalale. Да, только Ему слава и благодарность. Следующий, кому я хочу поблагодарить, это вы. Teisena sooviksin ma tänada teid. Потому что каждый из вас сделал две вещи. Iga üks teist tegi kaks asja. Вы увидели объявление. Te nägite kuulutust. И вы сделали вторую вещь. Ja tegite teise asja. Пришли сюда. Tulite siia. В отличие от других. Teistest erinevat. Которые просто увидели объявление. Kes nägid ainult kuulutust. Поэтому мы хотим сказать вам спасибо. Me tahame teile tänu öelda. За ваше время и внимание. Selle aja ja tähelepanu eest. Следующий, кого я хочу поблагодарить, это те, кто помогал нам. Помогал в организации по эту сторону границы. Ja siis tahaksin tänada neid, kes aitasid seda organiseerida, et me saime üldse siia tulla. И первый, кого я хочу благодарить, это пастор Вадим Скрипний. Скрипий, извините. Прошу, выйдите сюда. Ja да. Сооviks tänada пастор. Давайте вместе, может быть, похлопаем. Вадим Скрипний. Спасибо. Спасибо вам большое, что приняли. Есть небольшой, так бы сказать, комплимент с нашей стороны за все ваши силы. On väike selline tänu meie poolt. И второй человек, который находится в этом зале, как мне сказали. Ja on teine inimene, kes on siin saalis, nagu mulle öeldi. Который также нам помогал. Kes ka aitas. Это и Станислав Карлов. Станислав Насколько Карлов. Я знаю, он на балконе. Ja peaks да, olema поэтому прошу, спускайтесь. Juba tuleb. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо вам большое. Также вам небольшой презент. Я бы хотел, что в лице этих двух людей мы хотим выразить благодарность церкви, которая нас приняла. Тепло и уютно. Et see tänu ei ole mitte ainult neile, vaid selle läbi, et neid tänati tervet kirikut. Еще раз спасибо вам. Tunnime ennast hästi. Божьих благословений. Palju Jumal armu. Каждый из вас может также при выходе, мы хотели сделать небольшой подарок каждому из вас, чтобы вы могли. Это небольшие, так бы сказать, CD-диски с аудиозаписями. И если у вас есть желание, вы также можете поддержать нас хор, потому что у нас есть много других целей. Это туры в другие города. Поэтому пускай Бог благословляет вас и благодарим вас за щедрость, которую вы проявите. Et kui te lähete välja, siis pakutakse helisalvestist kaasavõtmiseks ja samas oodatakse, nagu juba oli öeldud, et see on selline suurem ettevõtmine abistamiseks nii koolile kui igale poole, et on võimalik toetada. У нашего коллектива есть традиция. Meie kollektiivil on selline traditsioon. Заканчивать концерты не торжественными и такими громкими произведениями. Lõpetada kontsert mitte mingisuguse suure pidulikusega ja kõva häälsete esitustega. No spokojnimi i umiretvarjonnimi. Et selliste rahutoovate vaiksete teostega. Последнее произведение. Viimane teos. Это молитва. On palve. И я хотел бы, чтобы каждый из вас мысленно присоединился к нам в нашей молитве, которую вы будете слушать. Ja ma sooviksin, et iga kuulaja võiks ühineda selle palvega, mida lauldakse ja meie kuulame. Эта молитва будет молитва благодарности. See on tänu palve. Нашему великому Богу. Meie aulisele Jumalale. Тебе поем. Me laulame sulle. Sergei Rahmaninov. Sergei Rahmaninov. Rahmaninov.
Как и все приятное в этой жизни, nagu kõik ime ilus siin elus, приходит к своему концу. Tuleb see lõpuks ikka kätte. Поэтому мы хотим пожелать вам прекрасной недели. Me tahame soovida teile imelist nädalat. И пускай Бог охраняет вас на ваших путях. Ja las Jumal hoiab teid kõigil teie teedel. И верим, до скорой встречи. Ja usume, et peagi kohtume. До свидания. Nägemist.